Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как можно отремонтировать трещины на ногте при помощи базы и салфетки. Для начала нужно подготовить ноготь точно так же, как и для нанесения гель-лака. При помощи бафа или пилки необходимо снять с ногтя натуральный глянец. Затем безворсовой салфеткой, смоченной в обезжиривателе, нужно тщательно удалить весь опил. Хорошо отжатой кистью на трещину и часть ногтя нужно нанести праймер. Через пару секунд, когда праймер просохнет, нанести небольшое количество базы, стараясь, чтобы материал попал в глубину трещины. Из бумажной салфетки заранее вырезаем заплатку размером чуть больше, чем трещина на ногте. Этой заплаткой необходимо полностью перекрыть всю трещину. При помощи пинцета нужно сделать так, чтобы база полностью пропитала всю салфетку. Также нужно следить, чтобы салфетка полностью прилегала к ногтю и под ней не было пузырей воздуха. До того, как отправить базу сушиться в лампу, нужно удалить с кожи все затеки. Сделать это можно при помощи кисти, смоченной в обезжиривателе. Теперь отправляем ноготь на 30 секунд сушиться в лампу. Достаем ноготь из лампы и снимаем с базы липкий слой. Пилочкой убираем с ногтя выступающий край салфетки. Той же пилкой немного запиливаем и сглаживаем поверхность заплатки. Безворсовой салфеткой, смоченной в жидкости для снятия липкого слоя, тщательно убираем весь опил. Если сделать все правильно и использовать густую или средней вязкости базу, то заплатка будет держаться до тех пор, пока треснувший ноготь полностью не отрастет.